Здравствуйте, мои дорогие люди! Срочно! Что сегодня вам говорят предки? Тот день, когда вы нашли Таро, это видео для вас и актуально. И это карты ангелов и предков. Называется «Вдохновение и мудрость». Или «Вдохновенная мудрость». Вот такие карты. У нас на дне колода карта «Joyful Sunrise». Это радостный восход. Итак, что сегодня вам говорят предки? Можно выбрать одну карту из 9. У нас 9 номеров в нумерологии. У нас 9 чисел души, 9 чисел судьбы. И о числах души у меня в других видео, я не буду тратить на это время ваше. Вы знаете, число души – это только день любого месяца вашего рождения. Число судьбы – это день плюс месяц, плюс год. Все эти простые цифры добавляются одна к другой, а потом выводится одно число из всех, что в остатке остается, да? То у вас будет и число судьбы. Так, в двух словах, кратце, у меня есть других видео очень подробно на эту тему. Итак, что вам сегодня говорят духи и предки? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну вот, 9 чисел души. 9 предков вышли на связь. Первый предок говорит: земля, земные ценности, деньги, красивая жизнь, благоустроенный быт – это то, чего вам не хватает. Может, у вас уже все это есть, но это можно улучшать. И предки в этом помогут. То есть это тогда у вас всего хватает, все очень эстетично, красиво, достаточно и здорово. Число 2. Можно выбрать одну из 9 или все. Я вообще все советую смотреть, потому что у вас есть предки любого числа. Fairy Godmother. Но это вот та сила предков и неба, это небесная сила, которая исполняет ваши желания. Эта карта говорит: загадывай желание, желание обязательно исполнится. Если загадали 3 число, написано Magnolia Fairy. Магнолия – это весеннее время, это ангел весны, а также это ангел чистоты намерений. То есть подумайте, кто к вам с чистыми намерениями пришел, а кто, как говорят, держит камень за пазухой. И ангел говорит: различай зерна от плевел. И если кто-то с нечистыми намерениями, не имейте с ним дела. Или с ней. Rainbow Spirit. Rainbow – это примирение. Вот, ну, радуга – это символ примирения, как, помните, Ной, потоп. Радуга вышла сразу после потопа, то есть Бог простил людям, да. И, может быть, кто-то ищет примирение, кто-то просит вас о прощении через этого предка. И вам, ну, можно снизойти к прощению, если у вас есть на это желание и силы. Следующая карта – Wisteria Fairy. Wisteria – это такое замечательное растение. У меня, кстати, есть такое растение у меня возле дома. Wisteria – это удивительно красивое, ну, как бы японское считается. И поэтому здесь тоже идет речь о том, что это растение, ну, как похоже на нашу сирень немного, да? Необыкновенный запах и красота, просто божественная нежность. А кто-то нежно к вам относится, кто-то вас любит. И этот человек сейчас просит, чтобы вы на него или на нее обратили особое внимание, потому что вас любит кто-то очень сильно. Итак, у нас следующее это... шестая карта Fairy and Magic Bubble. Вот Magic Bubble – это очень важно, это ваша аура. Вот здесь находится внутренний мир. Я уже говорила, у каждого из нас внутренний мир, то есть свой мир в большом мире. Внутренний мир всегда должен быть только позитивный, только со знаком плюс. В нем главенствует Солнце, то есть левитация, поднятие духа, да, притяжение Солнца. Внешний мир, он гравитирует к Земле. В нем гравитация Земли. И вот между этих двух миров вы живете.
Нельзя себя делить от внешнего мира. Нужно просто знать конкретно, что происходит. Сейчас это легко, у всех есть телефоны, девайсы, документальных снимок масса, миллиарды. Мы должны знать, что происходит в внешнем мире. Потому что без взаимодействия с внешним миром счастье вообще невозможно. Нельзя быть в своем бабл. Но в своем бабл, в своем внутреннем мире всегда должен быть позитив. Вот в любое время войны, мира, турбулентности, кризиса или наоборот, prosperity, когда все хорошо. Внутри должна быть уверенность, что я смогу. А внешний мир, естественно, мы смотрим, какой он есть, и понимаем, что нам делать, как нам свою позицию определить. Поэтому знайте, что в вашем внутреннем мире, в бабл, вот такой, да, ваш бабл. А есть еще бабл, помните, во время пандемии у нас бабл, когда нам говорили, вот с семьей можешь встречаться, а дальше, ну, можешь, если хочешь, но это опасно, лучше нет, и так далее. То есть бабл — это вы и ваша семья. Держитесь этого. Флорас Dreams. Флора — это, конечно, это растения, цветы, это я мальфар. Я разговариваю с деревьями, с растениями, с цветами, передаю, что духи говорят, потому что духи наши тоже частично в деревьях и частично на Луне. Вот. И флора — это ангел растений. И это... Этот ангел, флора, говорит вам, что будьте больше на природе, потому что это важно. Даже не так важно денег, сколько заработать, но быть больше на природе. Восьмая карта, восьмое число, Celestial Angels. Celestial – это у нас ангелы, это пространство ангелов. И там есть ангелы любви, всего-всего, да? Сейчас эти ангелы видят вас. Я не знаю точно, в чем и как вам помочь. Не сомневайтесь, что они сейчас вам помогают. Эта карта вышла, чтобы напомнить вам, что ангелы вам помогают. И ангелы на вашей стороне. Особенно они помогают отношения, личная жизнь, бытовые условия. Самое главное – это жизнь, конечно, в бытовых условиях. Потому что мы привыкли к таким сложным бытовым условиям. Кто из Советского Союза, у нас что было? Был комфорт? Нет, конечно. Бытовые условия были у всех такие примитивно тяжелые, да, прямо скажем. Вот. И, в общем, никто ни к чему не стремился, потому что в аутократичном мире нет смысла стремиться. Ну, потому что все равно могут отобрать все, да? Облигации обесцениваются там, да? Аккаунт могут закрыть аутократное правительство. То есть поэтому вот в аутократном мире поэтому плохо. Нет желания развиваться, вот что плохо. А человек должен стремиться к развитию творчества и к улучшению. Ну, а если вы знаете, что могут отобрать, какое желание? Никакого, ноль. А поэтому здесь ангелы напоминают, что вы сейчас живете в таком месте, и у меня практически все мои подписчики – это иммигранты, вы живете в разных странах мира. У вас есть возможность улучшать свой быт все время. Не живите с менталитетом Советского Союза, а живите с таким менталитетом, что вот ваш быт, ваши условия жизненные, они будут с каждым днем, с каждым годом все лучше. И так и будет, потому что ангелы этого хотят. И чтобы вы творчески развивались, да, чтобы вы творчески могли себя реализовать. Когда человек реализуется творчески, он очень много имеет денег, потому что он реализуется в профессии, а значит, может заработать хорошо. Вы очень хорошо заработаете, и ваш быт будет благоустроенный. Итак, дальше смотрим. А девятая карта. Карта называется Everything Dreams. Sorry, Evening Dreams. Evening Dreams. Вечерняя молитва, что ли, вечерние мечты или же вечерний сон, наверное. Dreams переводится как сон, мечта, молитва, вообще по-всякому. Желание даже, ну вот такое сборное такое слово. И эта карта говорит, что вам нужно, если хотите, конечно, вам нужно попробовать... поверить в то, что все ваши мечты, они обязательно исполнятся. Потому что некоторые из вас, как я уже сказала, люди, у которых мечты долго не реализовались, по каким-то причинам своим или же каким-то более таким глобальным, да, вы не верите в реализацию своей мечты. В мечту надо верить, потому что сейчас, там, где вы есть, если, например, вы смотрите утром, то вечером придет к вам ангел мечты. И тогда мечтайте, ваши мечты начнут сбываться.
Но они не просто так сбываются. Вы что-то будете делать для того, чтобы они сбывались. Ангелы вам помогут, подскажут, что делать. А если вы вечером смотрите, то ангел мечты уже прямо сейчас есть в вашем пространстве. И он исполняет все ваши мечты. Не сомневайтесь в этом. Вы будете очень счастливы. А вот такой разговор с ангелами, на мой взгляд, получился очень классный. Пожалуйста, пишите комментарии, чтобы я знала, какая карта с вами проигрывается, все такое, потому что это важно для того, чтобы все сбывалось. Нужно, конечно, поделиться своими впечатлениями и так дальше. И когда будете пересматривать, по-разному будете все слышать, потому что любой расклад, он магический. Ну, а я белый маг, я исполняю желания и желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастья, много денег, здоровья и любви.